Всем здорово! В общем, сегодня у нас будет окончательная сборка салона. Установим все карты. Установим все карты. Будем крепить им батоны, вот, наклепки. Также установим бороду. Как видите, установил руль. Правда, сигнал еще не подключен, потому что здесь паяльника нету. Как-нибудь потом в гараж, где есть электричество, перееду, запаяю, и будет сигнал. А так вот руль вчера установил. Да, у нас холодновато. На улице минус 15, сейчас вам покажу. Такая вот температура. Минус 16 ощущается, минус 19. Да, холодновато, некомфортно, руки замерзают. Стараешься как-нибудь быстрее-быстрее все закрутить. Купил вот такой вот заклепочник, 270 рублей, это самый дешманский, там было и подороже. Вот, взял клепки, будем сажать сначала батоны на клепки, а под них уже будем крепить карты. Также вот купил силиконовую смазку, 150 рублей, взял шуруповерт, чтобы быстрее все закручивать, потому что отверткой заколебешься. Вчера он закрутил все пороги, взял крепление под аккумулятор, у меня его не было, чтобы он, так сказать, под вентилятор не залетел с проводами. Также буду менять переднюю открывашку дверей, вот такую буду ставить, это семерочная, ну какая есть, а там стоит пластиковая. Вот видите, здесь стоит пластиковая. Также что у нас по картам? Карты не идеальные. Их уже перекручивали, закручивали. Вот видите, вот в этих местах внизу было уже на саморезах это дело. Видимо, от сырости за 30 лет. Машина-то не новая. Вот все эти полопались. Ну, картон, картон, если вода попадала. Пробовал я на стандартные, вот на эти пистоны, не получается. Вон птичка прилетела. В общем, повело ее и садится не идеально. Так что буду крепить по-другому, нестандартно. Буду крепить, сейчас покажу. В общем, буду крепить вот на такие вот, это от десятки. В общем, засовывается этот туда, и этим зажимается. Можно также вот с черным саморезом попробовать. Вот так она будет смотреться. Ну, например, здесь вот. Мне желательно, конечно, снизу сделать. Получится, она как-то на родных еще держится, в клепках. Ну, пистоны. В общем, вот как выглядят карты. Состояние вот такое вот. Повело их, конечно, но я думаю, зато оригинальные. Я думаю, на первое время хватит, а там можно перешить или что-нибудь сделать по-другому. Так что вот, сегодня будем заканчивать салоном. Если время останется до темна, попробую выехать, прокатиться. Хотя бензина мало уже там. Вчера накатал. 3 километра накатал. Все дребезжит, потому что карт нету, блин. Надо будет все вот эти вот железки обмотать. Купил специальный, как называется, ну, трубу утепляет же. Сейчас установлю батоны на клепки и начнем. Снимать буду, сам процесс, наверное, полностью не буду снимать, так вот, частями, потому что холодно, руки вообще вот замерзают. Машину хочу собрать к Новому году, хотя бы, чтобы она была хоть как-то собрана, комплектно, а потом уже можно будет в процессе эксплуатации, можно постепенно что-то где-то дорабатывать, доделывать. Так сказать, если она будет целая, я могу на ней передвигаться до гаражей, там, до любого места, для автосервиса или что-то в этом роде, где есть свет, где есть подъемник. Также надо будет поменять масло в редукторе. Вчера открутил, посмотрел, есть ли там вообще масло. Масло там есть, но оно такое, такое. Масло посмотрел, оно такое жидкое, черное.
В общем, состояние не очень. Так, пока я не установил карты, поменял личинки замков. Вот новый стоит, вот старый. Ну, в принципе, здесь сигнализация есть. Ну, на всякий случай поменял, чтобы было так красивее, так сказать. Так, ну а теперь можно ставить ручку, устанавливать батон и крепить карту двери. На одну дверь установил батон, заклепал. Блин, я слишком большие взял клепки. Надо было брать поменьше, хотя бы четверку или тройку. Потому что с трудом залазит в отверстие и... Ну, так-то крепко, конечно, но все равно можно было поменьше взять. Кстати, очень крепко сидит, вообще не шевелится. Но... Я думаю, принцип всем понятен, как я клепаю. Вставляется сам вот в этот пистолет клепка. Например, сюда вот вставляется. Ну и раза три надо будет вот так зажимать, 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 зажимать. И она там остается. А сама шпилька, она откусывается. Вот в таком стиле она работает. Ну, сейчас можно будет ставить карты. Так, в общем, продолжение. Это уже второй день по сборке шестерки. Вчера я собрал весь салон, установил все карты, собрал бороду, все готово. Первый день я собирал салон, устанавливал карты, устанавливал бороду. Вот как получилось. Да, конечно, все повело от старости. Ну, зато оригинальные. В общем, сегодня второй день. Я уже прикупил запчастей. Купил коврики новые. Сначала хотел купить за 690 рублей. Но они были чуть-чуть похуже. И сильно-сильно воняли резиной. А эти вот взял подороже. Эти стоят 870. Но они сделаны покачественнее. И запах не такой сильный. Взял коврики салон. Также купил крепление глушителя по 15 рублей. Брызговики передний, задний. Клыки по 90 рублей. Дворники взял. Так, а что это у нас? Наконечник бампера взял. Ну, как называется? 4 штуки по 25. Очки новые взял. В общем, также поменял все личинки по кругу. Вот стоят новые. Так, и были закуплены новые бампера. Новодел. Сразу скажу, что это новодел. Качество такое простенькое, не как завод. Металл здесь, наверное, двойка, тройка. Оригинальные стоят около 5000 рублей. Я посмотрел на Авито, вот оригинальные бампера вот такие, сделанные в СССР, 5000 рублей заводские. Эти 680 рублей стоят. Цена подешевле, чем в других магазинах. В других магазинах они стоят 1300 рублей. Это цена 16-17 года. Сейчас они подорожали. Они сейчас стоят... новый завоз 1300. Два бампера вышло на 1400. Ну, округленно. Также купил выхлоп. Тольяттинский. Какой-то титан 2106. Взял новый выхлоп. В общем, буду ставить новый выхлоп, потому что родная банка прогорела. Какой план сегодня работы? Сегодня у нас
26 декабря, среда, буду ставить бампера, может быть, поменяю глушитель, установлю все эти клыки. Также надо будет найти подкрылки. Как видите, здесь еще стоят пружины высокие. Не знаю. Это, скорее всего, пружины от четверки. Потому что у машины зад сильно задран. Что у нас по салону здесь? По салону все стандартно. На запчасти у меня ушло вчера около 4000. Где-то, да, вот 4000. Глушитель 770 рублей. Два бампера 1400. Коврики 800, ну и по мелочи, около, да, около 4000 у меня ушло. Все, короче, на сегодня все. Установил глушитель, бампер, также установил брызговики. Вот родной глушитель. Немного он поржавел, конечно. Вот его подваривали, все равно он прогорел, лопнул. Сейчас заберу ремни тоже домой, отмою их, чтобы более-менее. Снял проводку, которая на фаркоп шел, на прицеп. Установил обшивки, надо будет еще заняться вот этими лампочками, подсветка номеров. Они тоже в плохом состоянии, отмыть их. Также надо будет купить масло, поменять в редукторе. Вот установил глушитель. Вот он новенький. Сейчас мы его проверим, как он работает. Также не успел установить передние брызговики, блин. Уже потемнело, в гараже вообще темно. И дворники. Дворники я, в общем, буду зашкуривать до металла. И установлю, наверное, эти пока. Также я вам забыл сказать, в прошлой серии я поменял рабочий цилиндр сцепления. И сегодня так быстренько пробежусь. Вот, накинул капот. Зазор еще не выставил, так закрутил просто его. Эти тоже надо будет крепить сюда, болты найти. Болты у меня кончились. Установил бампер. И... Сегодня у нас вообще вьюга. Ветер такой холодный. Наверное, северный. Ну вот как-то так. Сейчас, кстати, надо еще поставить сюда решетки. Капот пыльный. Где эти решетки? У меня бардак. Надо будет машину выгнать, да прибраться сюда. Здесь. Также надо будет установить решетки, блин. Я их забыл установить. Но это будет в другой части видео. Наверное, завтра я их установлю. На сегодня, я думаю, хватит. Сейчас я запуск сделаю. Проверим новый глушитель. Тачку уже дни 5 не заводил. Масло проверять не буду. Так, нейтралка. Установил приборку, аварийка работает, аварийка работает, габариты горят. Что у нас по переду? Вот так вот выглядит передок. Еще запустим разочек, так, нейтралка. Так, давление троечка, температура минус 10.
Ну вот как-то так вот. Сегодня так быстренько все накинул. Завтра уж болты куплю, подтяну здесь все. Также здесь сюда надо будет вывести проводку, здесь провода нет. Процесс установки не стал записывать, потому что камера что-то быстро на морозе у меня села. Вот, на сегодня как-то так, вот такое получилось видео. Быстренько все установил, завтра уж я буду выезжать. Какие мелкие там остались косяки, недочеты, там уж по ходу буду их устранять. В общем, все темнеет, сейчас закрываю гараж, иду домой. На сегодня хватит. А в будущем, я думаю, будут какие-то доработки, посмотрим. О, какой ветер, аж картон сдуло. Ну, я думаю, на сегодня все. Всем пока.